Азы, с которых, можно сказать, все начинают, те, кто катается просто на велосипеде, это держать равновесие на велосипеде. Вот. В триале здесь как бы равновесие нужно улучшать, так как нужно не просто ехать и держать равновесие, а нужно стоять на месте и ловить то же самое равновесие. Но у нас это называется баланс. То есть человек пытается сначала устоять на велосипеде, там, на мотоцикле, на триальном, вот, а потом уже преодолевать препятствия. Но люди, которые занимаются триалом или думают, что делать дальше, заниматься или не заниматься триалом, я могу посоветовать только одно. Вы подумайте над тем, то, что сколько вы потратили на это времени, сколько потратили средств. Возможно, может быть, еще какие-то травмы у вас были. Вот. Если вы готовы на все это закрыть глаза, то, в принципе, можно. Вот. Что я могу посоветовать? Я могу посоветовать то, что если у вас не получается заниматься профессионально, пусть это останется хотя бы как фитнес.